Герои, вы знаете, я всегда простой человек. Я крутянин. Почему? По своей профессии, изначальной профессии, с самой первой, да? Электрик. Вот такая совсем простая профессия. Короче, то, что на самом деле очень добрые семейные цветы, самокартины, без претензий, а просто очень добрая, тонкая семейная. Чем, наверное, отличается. Я понимаю, что новый год еще не семейный, который выпускается. Эта картина очень тонкая, пронзительная. Здесь очень хороший юмор, очень качественный, хороший юмор. И очень такая чемящая, хорошая история, семейная история. Рекомендую посмотреть, отдохнуть душою, потому что все примеры, которые у нас сейчас были до этого, и отношения с зрительской аудиторией просто потрясающие, потому что все в один голос говорят, что давно такого кино нет. И все ждали именно такого кино. Доброго семейного, чтобы можно было где-то посмеяться, всплакнуть и уйти с хорошим настроением. Знаете, стихи, которые добавляют хорошее настроение. Тем, у кого нет такого настроения, если оно дарит это настроение, то мы не понимаем. Это, конечно, картина для очень хорошего, теплого, как бы, семейного настроения. Сейчас я думаю, что как бы интересно, простой электрик. Да нет, мой герой, человек семейный, человек с такими же проблемами, как у многих тех, кто живет в нашей стране. Все-таки сам какие-то кредит, не урядится в семье, очень хочется счастья, потом какое-то загадное желание так просит. Простой человек, он будет очень похож, наверное, на всех нас. Этим, наверное, отличается, поскольку у меня было много героев, которые были великими, легендарными личностями, которым хотим равняться, но тем не менее они уникальны по своей природе. А я сыграл человека одного из огромного количества людей, населяющих нашу страну. Очень простой, как я, как и все на самом деле. Вот такой простой, со своими проблемами, со своими невзгодами. И тем, я думаю, он будет интересен. Потому что зрителям многие узнают самих себя. Вот расскажите, какая атмосфера царила на площадке? Все-таки фильм про Новый год, было ли новогоднее настроение уже там? На самом деле, очень теплая, хорошая атмосфера. И все были нацелены как раз на успех. То есть, настолько были увлечены процессом. И очень радовались за то, чтобы получилось. Знаете, такая дружная атмосфера, при которой все очень хотели, чтобы получилось. Когда все такой дружной семьей делают такое большое доброе дело. Ну а вот как сработали с юными актерами? Как они себя видели на площадке? Ну, как песничали, нет? Просто потрясающе. Просто потрясающе. И Настя, и Петя просто уникальные актеры. Я даже поражался, насколько они в свои молодые годы совершенно поразительные работы актерские. По-настоящему органично. Я смотрел на них со стороны и думал, ну, настоящие артисты, причем играют по правде. По правде, в том смысле, что они даже не играют, они живут в кадре. Поэтому с ними работать очень важно. Настолько они обаятельны, настолько искренне. И это действительно по-настоящему. То есть поверить абсолютно возможно. Ну вот скажите, комфортно ли было играть с Александровой? Как вам такой дуэт? Замечательно. Как партнер великолепный, потрясающая самоотдача, преданность делу потрясающая. То есть на самом деле, несмотря на порой холодные съемки, потому что мы снимали на Байкале, и это зима, несмотря на то, что вроде бы наступил первый месяц весны, но все равно в Иркутске и на Орехоне, и там на Байкале еще холодно, еще и ветра, но настолько самозабвенно, преданное дело. Она звучит как потрясающий человек, и в жизни потрясающий человек, в кадре. Замечательно, просто с большим удовольствием работать с вами. Замечательно, просто потрясающий актрис и партнер. Спасибо большое. А можно самым маленьким? Сейчас я сейчас выйду. Для самых маленьких. Можно, можно я вас? Спасибо. Не, сейчас я только не надо начать. Очень смешно.
Спасибо большое. Спасибо. Пишите, пожалуйста. И вот здесь, пожалуйста. Спасибо. Делайте мне, делайте мне. Ой, спасибо большое, люблю я вас. Катя! Потеряла Катю! Сергей Витальевич. Давайте, можно? Можно? А сфотографироваться можно? Можно, что-то? Нет, там Сергей, можно ваш автограф? Да, конечно. Спасибо большое. Можно мне, пожалуйста, тоже? Давай, щелкни. Можно тоже? Только надо торопиться. Спасибо. А там два? Спасибо большое. Надеюсь, что мы с вами. Можно сфотографироваться с вами? Спасибо большое. По очереди. По очереди. Можно? Жду не дождусь фильма. Подожди, это что это? Ладно, я Марка свой подожду. Витальевич, можно сфоткаться? Пусть дорогу. Катя, улыбайся. Катя, смотри. Спасибо. Спасибо большое. Меня, можно сфоткаться? Да можно, конечно. Спасибо. Спасибо. Вперед ходи, теперь снимешь? Давайте свой фотоаппарат. Сними, пожалуйста. Я же снимаю. Можешь фото? Давайте с коллегой. Ну как? Так. Поменяйся, очень, поменяйся с ними сами, скажи, да. Все. Извини. Выхожу. Выхожу. Все. Можно что-то? Два. Можно а, и можно мне, мне можно тоже еще? Сергей Витальевич. Прости, я здесь. Пожалуйста, можно последнюю фото, пожалуйста, спросите. Костюша, я тут. Спасибо большое. Сергей Витальевич, можно последнюю фото? Давайте, последнюю. Зал, давайте, давайте. Есть. Отлично. Спасибо.